В центре Магадана демонтировали остановочный павильон. Снос конструкции напротив бывшего магазина «Полярный» произвели в рамках благоустроительных работ. Вид пункта ожидания нарушал единый исторический стиль города. Власти также учли, что при установке остановки жители областного центра были против этого. В скором времени здесь планируют установить легкий павильон. С 3 августа в колымской столице на время снимут 19-й маршрут. Перевозки пассажиров в направлении Баня – горнолыжная база прекратят до 1 сентября. Это связано с резким снижением объемов перевозок в период действия ограничительных мер.